стихотворение на конкурс чтецов. Читает Сергей Цвингер. Отрывок из поэмы Евгения Онегина. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все, вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, и искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами. Понимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство. Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того, для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостные они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, здесь хитрости презренной, и вслышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять желание в крови, желать обнять у вас колени, и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пени, все-все, что вынести бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе, противиться не в силах боли, все решено, я в вашей воле и предаюсь моей.